Почему на экзамене пригодится плитка шоколада? И как улучшить память в любом возрасте? Итак, способ первый. Включаем воображение. Помните, как обучают малышей? Новое всегда легче запомнить, если придумать к нему ассоциацию. Мозговое кровообращение стимулирует спорт, танцы и музыка, особенно пластика. А еще полезно рукоделие, бисероплетение, вышивание и вязание. Это не занятие бабушек, а самая настоящая тренировка. Кроме развития мелкой моторики, в этот момент активизируются зоны мозга, которые отвечают за мышление и движение. Улучшают память и ароматерапия. Эфирные масла мяты, розмарина, лимона особенно пригодятся в период экзаменов. Поддержать мозг поможет и умная диета. Это морепродукты, а также яйца, злаки, овощи и растительное масло. А также шоколад, лучше горький. В нем самое высокое содержание какао. Это улучшает кровоснабжение мозга. Для тренировки памяти полезно запоминание стихов, а также изучение иностранных языков. Кстати, это лучшая профилактика старческого слабоумия. Будьте здоровы!